Всех приветствую, 8 августа. Ну и как мы видим, ужас какой-то произошел с биткоином, со всей криптой, мощный обвал. В чем его причина? Смотрим новости. И SEC сделал официальное заявление, что биткоин ETF биржи CBOE переносится. Причем переносится на довольно далекую дату, 30 сентября. Они решат approve or disapprove, то есть утвердить или не утвердить, разрешить, не разрешить. В итоге под это дело, конечно же, киты воспользовались моментом. Скорее всего, они там уже в сговоре были с этим секом. То есть крутые ребята, видимо, сейчас в крипте. Потому что специально была цена загнана вверх. Причем она была сделана в таком виде пятиволнового вроде бы импульса. По крайней мере, очень похоже. Ну, засадили всех. Но сверху были стены. Я тут начал сбрасывать позицию. Треть позиции здесь была закрыта. И когда пошло уже на 6900, я там смотрю, ну все, 6800 выносит, все закрыл. Ну, а теперь что я смотрю, покупать, не покупать. То есть сейчас будем разбираться, что это вообще произошло. Потому что если мы глянем, весь рынок обвалили. Эфир в ад улетел, EOS в ад улетел. Ну все улетело в ад, там ловить даже нечего. Так что будем сейчас смотреть, разбираться, как сказать, на свежую голову, что же у нас произошло. Так, в целом, если мы глянем на FIBA, то мы видим, что все четко отработало. Видите, 6343. 78% коррекции. Смотрим, куда мы ушли. 6360. 17 долларов не добили. Ну, четко, можно сказать, отработали по FIBA. Что этот уровень, что этот уровень. Четко биток по ним ходит. И в итоге надо посмотреть, завершена ли эта волновая структура. Я так уже вкратце накидал, но пока еще не понял, точно ли это так. Но в целом, вот первая была волна, вот вторая, вот эта большая тройка. Вот здесь мы нарисовали А, Б, С, Д, Е, расширяющийся треугольник. Я еще вчера в группу скидывал этот вариант и рисовал на 6600, что можем улететь. В принципе, так и улетели. Стоило мне только увидеть эту фигуру. То есть вот эта фигура, она обычно возникает где? В четвертой волне. И в итоге вот это у нас пятая. Завершена она или нет, пока не ясно, но скорее всего да. Сейчас будем смотреть. Один, два, третья, четвертая, это пятерка. Да, завершена. Вот это вот четвертая волна маленькая. Это один, два, три, четыре, пять. Так что вот у нас завершена волновая картина. И вот я уже заранее нарисовал, что примерно можно ждать вот такое движение. Ну, это так, цели примерные. Но там у нас есть дивер на 4 часах. У нас есть, вот видите, дивергенция между вот этой и вот этой низинкой. И вот здесь у нас дивер. Это означает, что мы пойдем куда-то, ну, в район 7000, наверное, сходим. То есть вот в район вот этой проторговки он смотрит. Ну, это довольно неплохо, что я могу сказать. Может быть, даже и выше. Теперь проверяем, сможет ли он туда дойти. Смотрим стакан. Ну, как видим, плотность высокая ордеров, вниз не очень. Но это на ближайшие, на плюс-минус 200 долларов. Смотрим поглубже. Сильная поддержка на 6000. До 6000 я бы не сказал, что сильно много ордеров. И смотрим на 7000. Всего лишь 3000 битков. Реально, реально выкупить. Сейчас на таком отскоке, сейчас паника уйдет. Америка проснется, будет покупать. В принципе, уже там свечная модель сформирована. Такая интересная. Во-первых, на 4 часах у нас длинный очень хвост на свече. Сейчас такой молот нарисуют, скорее всего. Либо вообще зеленую свечу закроют, что очень неплохо так. На часовике у нас, видите, тоже с длинным хвостом свеча. Следующая свеча зеленая с длинным хвостом. Но это разворотный свечной паттерн. То есть как минимум коррекцию можно ждать. Скорее всего, надо будет сейчас прикупить чего-нибудь. Сейчас гляну, что там поинтересней. Скорее всего, я его скуплю. Он неплохо так слит. У него цель на 8 долларов примерно. Вообще, в целом, этот сценарий давным-давно уже был у меня на уме. Да, я много раз про него говорил. Вот он, это не мой сценарий. Но вот мы по нему идем. То есть еще когда мы были на 8300, 8200, тут был вариант какой. Либо мы там нарисуем треугольник и уйдем в пятую волну. Либо это уже была завершена, видите, волна С. И мы пойдем сейчас АБС вниз конечного диагональника рисовать. В итоге, видите, и по целям отработало. Тут нарисовано 6500. Ну, в целом, видите, отскок. И потом уже еще последнее завершающее падение. Так что сейчас, грубо говоря, будет рост.
На этом росте надо все продавать, потому что бычьих вариантов я не вижу. Там, судя по альтам, есть другие развалновки, не буду их сейчас показывать. И они смотрят далеко вниз. То есть эфир пока 300 не сделает, хрен он развернется. Так что вот этот рост, даже если сейчас будет, он будет медленный, очень натужный. Все будут продавать. Ну и потом, естественно, финальным рывком куда-нибудь на 5500, 5200 нас уведут. И так все просто здесь. То есть пробили важный уровень, подтвердили КДТ. Пятиволновый импульс вниз есть. То есть все четко, как на этой картиночке. Так что ждем вот такой вот зигзаг. Может быть, он более растянутый будет. Может быть, он будет вообще короткий и потом польют. Но в целом сопротивление не такое сильное. Еще раз повторюсь. Смотрим у нас, что у нас тут по шортам. Так, шорты сильно выросли. Это хорошо. Лонги, видите, по стопам поскидывали всех. То есть пошла коррекция по лонгам. Вот шорты что-то совсем хорошо себя чувствуют. Что-то я не знаю, когда их начнут брить-то. По идее, сейчас. Так, что мы еще видим? По индикаторам разворот часовик рисует. Дивер есть. Ну, на 4 часах. Полчаса. Уже разворот нарисовали, немножко соврали. Индикатора 4 часа. Еще вниз смотрит. Но в целом, надо дневку взглянуть. Дневка уже в зоне перепроданности. Буквально еще день-два, и будет, по крайней мере, коррекция к этому движению. Так, ну там у нас по циклам 10-13 число в этом промежутке будет примерно разворот. Ну или, по крайней мере, коррекция, еще раз повторюсь. Так, можем ли я прямо отсюда упасть, может быть, у вас есть такой вопрос. Ну, давайте разбираться. Так, ну тут сложно сказать. Реально можем, конечно. Потому что когда такая паника, то может быть какое угодно растяжение волны. Мы же не знаем, что закончена она или нет, это пятая. Но так в целом, если глянуть, первая и пятая должны быть соразмерны. 6500, 8500, вернее, 7800 долларов. Здесь смотрим. 7150, 6350. Тоже 800 долларов. То есть соразмерность соблюдена. То есть волна 1 равна волне 5. По идее это дно, то есть по волнам, по индикаторам, тот скок рисуется. По шортам очень много шортов, особенно в пол, в этой зоне. Ну, думаю, сейчас будут их вытряхивать медленно, но верно. Хотя вчера я то же самое говорил, это не вышло. Новости подогнали, конечно, вовремя. Тоже мог подумать. Посмотрел кошельки, ничего не происходит, никаких ни убываний, ни прибываний нет. По фьючерсам вчера был первый день, когда были остановлены торги, приостановлены. И расширен спред, там до 13%, вернее, не спред, не помню, как называется, лимит. Аж на 6085 сдвинули планку. То есть, такое было мощное падение, что даже фьючерсы перестали торговать. Это сильный сигнал. То есть, это, например, впервые за все время, по-моему, на фьючерсах такое происходит. Хотя, точно не скажу. По крайней мере, за то время, что я наблюдаю. Как мы видим, падение произошло на не очень больших объемах, что довольно удивительно. И в итоге понятна стала ситуация. Вот здесь все-таки крупничок шортил. Однозначно. И, скорее всего, до конца августа мы будем падать. И ту коробку Ганна, что я вам рисовал, ну, грубо говоря, вот это пошел новый цикл падения. Когда у него будет дно, можно будет посчитать, куда мы будем расти. И че никакого срока. Пока мы падаем, тут ничего рассчитать невозможно. Однозначно, да будет сильно падать. Но, в принципе, можно примерно сейчас накинуть это дело, посчитать, когда примерно коррекция может завершиться, если мы дно нашли. То есть, грубо говоря, при текущем дне, куда мы можем уйти. Никогда. То есть, если дно не обновится, делаем такое допущение, то у нас есть шанс уйти вот как минимум на 0,618, вот на 7200.
течение, ну, до 17 числа, 17 августа. То есть, если разворот в ближайшие дни будет, нам предстоит примерно, ну, 10 дней роста, как минимум на 7200. Выше вряд ли, потому что дивер примерно сюда, в эту зону смотрит, плюс стопы у всех вот здесь. Вряд ли те, кто хотят вниз, они поведут цену сильно высоко. Но это опасно. Не для этого они это лили. Им на 5500 надо. Но стопы сбить шортилом, милое дело, как раз 7200 нужно. Так что вот такая пока идея. Работать нет, не знаю. В целом тут, конечно, прогнозы давать смысла нет, но однозначно может быть отскок какой-то. Поэтому кто в лонгах, там старайтесь сейчас в дно не продавать, не шортить, ничего не выдумывать. Лучше просадочку пересидеть, кто не на марже, в принципе. Еще раз повторюсь, цель этого движения примерно 5200-5500. В худшем случае 4800 куда-то туда. Ну, не думаю, что так сильно будут лить, хотя, я смотрю, такие свечечки интересные могут. Но в целом, пока рынок нужно разгрузить, отдохнуть. Потому что, ну, во-первых, волновая картина завершена, во-вторых, индикаторы там дневные уже на разворот метят. А в-третьих, циклы падения могут сейчас закончиться. Хотя он на 13 число метит, но там промежуток 10-13. Ну, с другой стороны, пару дней осталось. Вот такой вот расклад. Конечно, настроение не очень, потому что обманули меня сильно. Не удалось там не то что заработать, потери такие. Но с другой стороны, у нас, во-первых, есть возможность зашортить 7200 на 5500. Ну или 7 хотя бы тысяч. А во-вторых, можно вот на этом откате поторговать. Но вот этот откат брать довольно опасно. Обязательно нужно стопы ставить. И не на всю котлету. То есть это контртренд. Если варианты прямо отсюда начать расти, ну, думаю, да, можно что-нибудь придумать. То есть, по сути дела, я могу это дело разбить на тройки. Могу даже показать примерно, как это выглядит. Ну, могу вкратце просто сказать, что это могла быть вот эта волна А, вот это Б, вот это С. Вот сюда. Это W. Вот это все треугольник. Вот это А, Б, С, Д, Е. Такой расширяющий, кривой, но треугольник. Условно вот сюда воткну. И вот это могла быть волна Y. Раз, два, три, четыре, какой-нибудь пять. Вот это А, Б, С. Еще пятерка сюда. То есть это можно разбить как такой двойной зигзаг. Но, судя по всему, скорее всего, вряд ли это такое движение. Потому что 78% коррекция, но это редкий случай. Так-то в целом тут можно пятерку найти. То есть это как разбить? 1, 2, 3, 4, 5. Все четко. Раз, два, три, коррекция. И отсюда прям можем замунить. Но альты говорят, что не-не-не, извини, это не тот вариант. Отсюда туземона не будет. Однозначно будет отскок, а потом вниз пойдем. То есть альты цели падения не выполнили. Поэтому вот этот вариант сбычий, ну, он практически нулевой. Даже если мы пойдем на 7000, не надо лонги держать, надо будет все продавать. Вот такой вот расклад. Так что думайте, решайте. Я вам варианты дал. Сам пока вне рынка, по большей части позиций. Там альты у меня лежат. И вот думаю, что сейчас делать. Ну, пока еще не решил, в чате там потом напишу, что буду делать. А так, до завтра. И до встречи.